Лучше поспешить, чем опоздать. Погода в нашем регионе неустойчива, поэтому автомобилисты стремятся найти идеальное время для замены сезонных шин. Тобольске с приходом первого снега скользкий вопрос решается довольно быстро. Ну а зачем тянуть? Надо дорожить своей жизнью и других. В гараже лежат второй комплект. Все, приехал в гараж, поменял. Это, соответственно, и время сэкономит, и на шиномонтажке потом не стоять, очередь не ждать. Я-то уже поменял, как бы по прогнозу погоды посмотрел, что уже пора менять. Вот, поменял. А что лучше советуете, шипы, липучки? Шипы. Почему? Надежнее. Чем надежнее? Ну, для тех, кто двигается по трассе, как бы надежнее шипы, чем липучка. Если водитель передвигается на машине в пределах города и при первых заморозках может пересесть на общественный транспорт, заменой шин можно, конечно, повременить. Однако специалисты не рекомендуют экономить на шипах, так как ремонт разбитого автомобиля обойдется гораздо дороже. Я советую менять шины при среднесуточной температуре воздуха 5-7 градусов плюс. Самое главное свойство зимней шины заключается в том, что при наступлении отрицательных температур оно не теряет своих свойств основных. Сильно беречь сезонные шины смысла нет. Срок их службы составляет 3-4 года с момента производства. Потом материал теряет свои свойства. И пользоваться просроченными покрышками достаточно опасно. Да и уход за автомобильной обувкой играет немаловажную роль. Нужно следить за самой покрышкой. Нужно правильно за ними ухаживать. Особенно при мойке не направлять струю непосредственно на покрышку. Это должно быть какие-то скользящие углы. Сейчас в тобольских автосалонах стоимость замены летних шин на зимние колеблется в пределах от 500 до 800 рублей, если покрышки уже стоят на дисках, и от 1300 до 2000 рублей, если без дисков. Самостоятельно менять лето на зиму специалисты не рекомендуют. Ну, поменяете вы там, ну, не отбалансируете. Перед каждым сезоном надо отбалансировку это, ну, во всяком случае сделать. Разбиваются подшипники, и также балансировка, она как бы влияет на... Ну, кузов едешь и бьет неприятность, неприятно, как бы некомфортно, руль бьет, когда передний не отбалансированный, задний, когда не отбалансированный, бьет в кузов. По прогнозу синоптиков, минусовая температура и осадки в виде снега ожидаются в Тобольске уже в конце этой недели. А значит, самое время позаботиться о своей безопасности и записаться в автосалон. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Рустам Рузеев, Тобольское время.